Новая экспозиция открылась в Северно-морском музее. Выставка, посвященная истории судостроения на Русском Севере, приурочена к 325-летию со дня основания в Архангельске первых государственных верфей. На открытии экспозиции побывал Денис Селиванов. От инженерной мысли до реального воплощения. Становление судостроения за 325 лет – вот о чем рассказывает выставка «Первое адмиралтейство». Официально дал старт возведению судов на севере Петр I в 1693 году. Но это вовсе не означает, что до этого времени поморы ничего не строили. Поморы строили интересным образом. Они вот там несколько похожи с голландцами. Они, обладая определенным таким бэкграундом технических знаний, они передавали эти знания с поколения в поколение. Вот таким вот образом строили свои суда. И интересно то, что эти самые кочи друг от друга могли, в принципе, отличаться. В 18 веке в Архангельске было построено большое количество парусных военных кораблей для Балтики. Позже возводили в основном промысловые суда для Арктики. А на месте Соломбальских верфей были открыты судоремонтные мастерские. 325 лет вообще на самом деле для Архангельска и для Севера дата такая условная, потому что здесь на Севере судостроением занимались больше тысячи лет. И 325 лет вот отмечается, тут, можно сказать, судостроению новоманерному, тому, который запустил, так сказать, Петр в России. Это такое петровское судостроение, уже европейское. На экспозиции представлены 12 моделей судов разных эпох и более 100 предметов, в том числе оригинальные плотницкие инструменты, закупленные специально для выставки, и подлинный экземпляр морского устава 1720 года на русском и нидерландском языках. По замыслу авторов, выставка дает возможность, заглянув в день вчерашний, попробовать предугадать то, что ждет судостроение завтра. А это напрямую касается Архангельска, где жизнь горожан так или иначе всегда была связана с морем. Денис Селиванов, Денис Линчевский, Регион 29.